Глава государства подчеркнул, что все ребята были защитниками Родины, и их гибель – трагедия для всего осетинского народа. Продолжив общение, президент отметил, что Приская трагедия должна быть уроком для всех нас. То, что эти парни мужественно защищали свою родину, как и те, кто стал другой стороной в событиях в Прис, в этом нет сомнений ни у кого, подчеркнул глава государства. Сестра одного из погибших, Татьяна Бестаева, от имени собравшихся выразила благодарность главе государства за отношение и понимание их боли. Во всеуслышание сказано было, да, родители, то, что мы хотели услышать. На самом деле, ту боль вот этих женщин, которые столько лет носят траур и не снимают, эту боль, ну и не навязываем, это боль внутри нас. Эта боль никогда не угаснет. Мы также приходим на их могилу, также плачем, также молимся. Но вы правильно сказали, во избежание дальнейших трагедий, алчиверна, моду, мезуна, кабула, растешевне, огромное вам спасибо. Те нюансы, которые вы сегодня обозначили, да, это на самом деле, если каждый из нас говорит о том, что мы нас патриотом, мы модем это хай, тахсене, все нюансы, которые были озвучены, должны быть поняты, должны быть приняты во внимание. В завершении встречи президент поблагодарил всех за понимание его позиции, способствовать тому, чтобы такой трагедии больше не повторялось, и выразил глубочайшее уважение матерям и родственникам погибших. Он также заверил, что государство готово заботиться о тех, кто потерял своих близких в ходе военных действий или в послевоенное время. Роза Тедеева, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня.